Зашем, сегодня повторим вкратце, что необходимо сделать при пасхальном вечере. Вечером, когда возвращаются в синагоги, с улыбкой встречают домочадцев, говорят, из кула шаним работаем вот-вот, хак кашер васамеах, и начинаем седр. Стараются начать седр сразу же. Женщины должны быть осторожны, чтобы стол уже был накрыт. Так приносится в Шулхан Арух, чтобы стол был накрыт. И мы уже говорили, что женщины должны поставить все то, что связано с заповедями праздника. У кого жены нету дома, то сам он должен быстро поставить до того, как уйдет в синагогу, чтобы пришел уже стол был накрытый. Туда ставят, с полудня уже можно накрывать стол. Туда ставят в первую очередь мацот, для всех, чтобы хватало, и покрытие для мацот должно быть. Ставят туда агады, семь книжки, на которых, на языках, которые они понимают, агадот, рассказ исхода из Египта, на языках, которые они понимают. Ставят туда марор, листья салата, проверенные уже, почищенные. Любой салат. Любой салат. Салат имеется в виду ромен ледес, только. Или эндаймс, мы уже говорили, индивы. И проверенные уже. Еще есть вино, должны поставить вино для 4 бокалов и должны поставить 7 стаканов, которые помещают минимум 3 унции, около 90 грамм вина, 90 миллилитров вина, по некоторым мнениям 150 миллилитров вина, минимум. И виноградный сок, кто не может пить вино. Это минимально, что нужно на столе. Кроме этого, теперь нужно на столе пасхальное блюдо, на котором ставят 3 мацот, пасхальное блюдо, потом ставят с правой стороны сверху зроа, жареную кость баранью, с мясом чуть-чуть там в память о Песахе, слева ставят от этого яйца, вареные яйца, целиком, и даже не чищенные, да, мы ставим там, да, ставят потом в середине, ставят марор, под зро, марор, это не глина, марор, это горький зелень, это с листья салата, потом ставится справственный харосет, харосет под зро, и под этим карпас ставится, под яйцами ставится карпас, и снизу под марором ставится хазерет. Хазерет это тоже листья салата. Нужно повторно их кушать. Мацот в середине. Мацот обычно ставят сверху, если это плоское блюдо. Но если это блюдо трехэтажное, то мацот снизу ставят. Потому что Аризаль говорит, на мацот ставят все это. Ага. По кабале поставить так. Просто тарелка таких есть с этими, с рисунками. То мацот сверху ставят. Алфа, над всеми, выше всего. Все. Все перед вами должно быть. Перед тем, кто проводит пасхальный седер, глава седера, перед ним это должно стоять. Теперь, как зашли домой, есть обычай благословить детей и тут же начать кидуш. Запомните правило всех бокалов вина. Это ко всем бокалам вина относится. Что бокал должен быть целым, лучше бокал из серебра, если кому возможно. Даже бокал, будние дни, которые мы используем, так как используется он только для вина, не для хамец, его просто можно помыть, некоторые обдают его кипятком, и он кошер на Песах, потому что к нему снизу прилипает, но почистить его хорошо. So, можно его пользоваться на Песах, в будние дни, потому что мы хамец не наливаем, только вино тут наливается. So, поэтому серебряный бокал, если возможно кому-то достать, это лучше всего. Чтобы он был целый, не помятый. Помятый бокал – это неуважение к заповеди Рабутай. Поэтому должен целый сосуд быть. А если он поломанный, еще хуже. Поэтому треснутые бокалы, треснутые пиалушки, или стеклянные сосуды треснутые, не берите, не пользуйтесь. Это неуважение к заповеди. После этого наполняется красным вином. Теперь красное вино надо наполнить бокал. Не обязательно, чтобы выливалось, но полный должен быть. Невозможно... 3/4 бокала, запомните, он смотрится полный такой, полуполный. Нельзя так делать, тоже неуважение к заповеди. Наливается, это минимум. Если ты столько пьешь, тогда такой бокал найди для себя. Не бери 2-литровый бокал и 90 миллилитров туда налей.
это неуважение к заповеди. Найди такой маленький бокал, который помещает тебе 90 мл, и ты знаешь, что он полный. У тебя есть заповедь, полный его бокал. Еще перед тем, как наполняют бокал вина, во всех бокалах мы сейчас говорим, кидуш, авдала, беркат амазон, какие бы бокалы вина, митцву не делали, бокал нужно мыть. И снаружи, и снаружи, и снутри. По закону, если бокал чистый, мыть не надо, по кабале все равно надо мыть его, даже он чистый. Мыть. Еще раз. Снутри моют, снаружи полоскают. Снутри мыть пальцами вот так, а снаружи сполоснуть. После того, как вымыли бокал, наполнили его, кидуш обычай говорить стоит. Почему? Как и на шаббат, мы свидетельствуем о том, что создался, мир был создан 6 дней творения, и 7-й день Бог не создавал мир, шаббат. И свидетельство об этом мы говорим, йома шиши, мы стоя говорим свидетельство это. Поэтому надо стоять при кидуше. И Аризаль полностью на кидуш стоял, с начала до конца. Хотя уже свидетельство кончается у Мафли Ласот, мы говорим там Ашер Барай Луким Ласот, кончается свидетельство уже, Саври Маранан Бори Прагефин, это уже кидуш. Несмотря на это, мы весь кидуш стоим по хабале. После того, теперь, еще, берут бокал двумя руками, кто-то дает сын или внук, двумя руками, 10 пальцами, и передают главе седера. Глава седера тоже принимает бокал, двумя руками, 10 пальцами. Почему? Уважение к заповеди. Берет в правую руку бокал потом. Таким образом, по кабале, чтобы хорошо пальцы смотрели вверх. Да? Вверх. Вот таким образом берется бокал и благословляется на него кидуш. Эле муадей, мы начинаем. Саври маранам бурэ прагефин. До кидуша предупредите всех, что так как у всех должны быть эти бокалы, это не как просто шаббат, что ты пьешь вино, и все выходят кидуш. У всех должны быть наполнены бокалы вина. Даже у детей, которые уже понимают, что такое выход из Египта. Да? Мы им даем бокалы, это хинух. У них есть виноградный сок, у нас есть вино, и мы все встаем, и дружно делаем кидуш, и все отвечают аминь. После того, как закончилось благословение Бори Прагефин, благословение кидуша, мы кадыш Исраэль вэазманим, и потом шехияну, в две первые ночи ясно говорят Шехьяну, садятся все и пьют на левом боку. Запомните правило Песаха, что все вино в течение седера, все 4 бокала нужно пить на левом боку. Кто не попил, его на левом боку не исполнил заповедь. И нужно снова ему пить. Поэтому надо быть, не надо благословлять второй раз, но надо быть осторожным, чтобы не забыть об этом. Поэтому до кидуша предупреждается это. Не после кидуша. До кидуша скажите. Мы молча отвечаем «Амен», садимся, облокачиваемся на левый бок и пьем, и начинайте кидуш. То, это первый уровень нашего кидуша, кадеш, освети себя. Это вопрос. У нас всегда издавна была чашка с блюдечкой. Это не вопрос аллахический, если вам нравится это, вы можете сделать. Но дело не нравится. Если вам не нравится. Почему это делали, я скажу. По какой причине, я вам говорю, почему они так делали. Бокал на ножке имеете, да, в виду, что должен быть? Любую чашку можно тоже так взять. Чашку можно наверху вот так взять. Чтобы пальцы были наверху. Рабутай, давайте не будем задерживаться на эти вещи. Чашку блюдечком держали для того, чтобы жене налить, если она не даст, чтобы того бокала она не пила. Хотя закон не так. Они были махмирим, отливали для женщины, отдельно отдавали. Чтобы никто с этого бокала не пил. Все, сейчас мы об этом не говорим. Вопрос, у каждого есть свой бокал, у жены тоже есть свой бокал, она пьет с этого бокала. Теперь вопрос, должен ли хозяин седера с этого бокала всем налить? Нет. Хотят, пусть делают, если у него бокал большой, кроме того, что он выпил, еще осталось там в бокале, он может всем налить. Но обязанности нет, потому что у каждого свой бокал, каждый пьет свой бокал. После кадеш делается рохца. Рохца – это омовение рук, 3 условия для омовения рук постоянно. Для заповеди, когда омывают руки, нужно 3 условия. Первое – нужно кли, нужен сосуд, который минимум помещает в себе около 90 мл воды. Это минимум. Наши кружки были очень большими. Целый должен быть сосуд, не дырявый. Второе – нужна неиспользованная вода, чистая. И третье – необходимо, чтобы сила человека поливала эту воду. Правильно? Омывает руку всю кисть до конца запястья со всех сторон. И поэтому надо поливать так, чтобы на всю
кисть вокруг, вода прошла. И также вторую руку. На руках не может быть ничего, что может препятствовать воде, что попало на то место. То есть, если у человека есть, там, я не знаю, прилипло что-то там, надо это снять ему. Да. Если это сильно большой, рана, не надо снимать. Прям сверху много воды поливают и вытирают. После этого не благословляем на это омовение рук. Идем молча, третья ступень, карпас. Берется кусочек сельдерея маленький, благословляется благословение Боре Периха Адама. Все отвечают амин. Макают его в соленую воду или в уксус кашер на Песах и съедают его. И не надо при этом быть на левом боку. Некоторые говорят, что надо, некоторые не надо. Что мы сказали? Сделать чуть-чуть так, можешь по кусочку сделать. А потом сельдерей, это что такое? Целый. Когда Барахо говорит ведущий, другие некоторые иногда говорят Барахо Шмо. Если они сказали Барахо Шмо и имели в виду, пусть не благословляют снова. Но если он не имел кавана, не услышал полностью благословение, только концовку благословения услышал. Присутствующий или ведущий? Да, присутствующий. Тогда в этом случае он должен сам благословение благословить. Или есть человек ведущий, который бубнит, и ничего не слышно, или глотает слова буквой. Неправильно благословляет. Сам благословляй в этом случае. Борой при Адама. Так же и в пятницу. Не имеет значения, когда. Я сейчас говорю общие правила, работай. Это не только касается правил Песаха сейчас. Бокал вина – общее правило. Нателят ядаим – общее правило это. Да? Дальше. Марор не говоришь Боре при Адама снова. Потому что не надо, потому что он заходит под мацу, в трапезу заходит. Дальше. После того, как сделали кадеш, урхац, карпас, яхац, берется средняя маца, должны выбрать самые красивые мацот, работай. Эти три мацот, которые на седере, должны самые красивые, большие выбрать. Берется три мацы, средняя маца, разделяется на две части, на большую часть и на маленькую часть. Большую часть отделяют и убирают в афикомен, покрывают его определенной салфеткой чистой, а маленькую часть оставляют между этими мацот, двумя мацот. Тогда начинается уже, после того, как выпили первый бокал и сделали все то, что мы сейчас сказали, начинает потом дети задавать вопросы маништана. В это время говорят наши мудрецы, что очень благоприятный момент для молитвы человека к Ашему, потому что там написано в Агадея, здесь сын должен спрашивать отца. Мудрецы Хасидим что сказали? Что сын, это мы, Бней Исраэль, должны спрашивать отца. Кого отца? Отца Небесного. И там, пока ребенок кричит, маништана, ла-ля, они любят кричать и петь, это, ты в это время сделай кавана. Я вам говорил уже про что молиться, помните? К сожалению, потому что не повторяем уроки. Надо повторять. В первую очередь молиться о том, чтобы мы удостоились учиться, обучать, исполнять и делать все, и понимать, и помнить все слова Торы, и любить исполнять волю Бога. Это в первую очередь. Вторую очередь, чтобы Машиах Циткену пришел. Третья. Чтобы отстроился в этом Мигдаш. Чтобы мы пошли в Эрец Исраэль уже, с этого Галута. Потом можно уже каждому что не хватает, лично. Только не проси парнаса това. Вечно ты это просишь. Ты уже в Рош Шана попросил, хватит тебе. Окей? Попроси у парнаса това в руханиют, в духовном облике. Ашем, дай моей душе наесться Торой, чтобы я сделал больше мицвот, масим товим, очисти меня от нечистой силы, рибоношо олам, почисти меня от ецарара. Да? И ты начинаешь молиться, и это прекрасно принимается. Почему? Потому что шхина находится в этот вечер прямо в доме у человека. Шхина, мы говорили об этом, Зора Кадош, не помнишь, не повторяешь, потому что Зора Кадош говорит, что в эту ночь особенная шхина.
что Ашем спускается со всеми ангелами вниз и слушает, как мы прославляем его. После этого начинается уже Магид. Яхац Магид. Магид – это рассказ об исходе из Египта, который надо бдительно, внимательно читать и объяснять, чтобы поняли наши дети. Цель этого Магида в чем заключается? Что мы передали нашим детям следующее. Номер один, что есть Бог, есть хозяин мира, есть тот, кто создал этот мир, есть тот, кто создал человека, есть тот, кто дал человеку правильную жизнь путем конституции святой, конституции Торы. Тора – это конституция правильной жизни. Не конституция, которую люди в странах мира создали. Это конституция, которую создал сам Бог. И по этой конституции весь мир создан. И душа человека создана по этой Торе. И если человек правильно исполняет Тору, он живет правильно, как Бог ему указал. И Тора это не религия. Вот это надо детям передать. Потом, второе, надо передать детям, что есть сахар ваониш. Есть награда, есть наказание. Есть праведники и есть грешники. Бог любит праведников, но грешников Он наказывает из-за того, что они грешат. Праведники Моше Рабейну, Аарон и все бне Исраэль. Грешники, злодеи, египтяне, Паро и Лаван и вся там группа ихняя. И это ребенку надо рассказать в деталях, чтобы вошло в него в сердце, что я хочу быть праведным, я хочу быть цадик. Потому что Ашем оэв цадиким, Ашем любит цадиким. Следующее, третье, что у нас есть Аулам Аба, заслужение, то, что Ашем нам дает, это тоже относится к награде. Надо еще рассказать, что есть нечистая сила в мире, которую может человека захватить, и человек даже сам не знает, что он находится в плену у нечистой силы. А я вам уже говорил насчет этого, как узнать, что человек находится в плену нечистой силы. Есть индикация на это или нету? Индикация номер один. Неохота ему служить. Неохота в бет-мидраш идти. Неохота ему делать святость. Как начинается что-то не по Торе, ему охота это делать. Ему хочется это делать. И жить. Почему? Потому что его душа больная нечистой силой. Все то, что святое, для него тошно становится. Все то, что не святое, все то, что нечистое, ему это, он удовольствие от этого получает только. So, вот это знак, что этот человек в нечистой силе находится. В плену нечистой силы. So, будьте осторожны, чтобы мы такими не стали хасвашалом. И надо молиться, что Ашем вытащил нас из плена нечистой силы. Потому что мы в нечистой силе плен, это Мицраим. Мы находимся в плену у Паро, что это Ецарара. И мы рабы ему, делаем то, что он просит нас. И вдруг есть выход из Египта. Это что? Это ночь. Поэтому Рамбам пишет, что каждый должен видеть себя, как будто он сам вышел из Египта в эту ночь. И мы рассказываем это детям следующее о чудесах. Что Бог делает чудеса. Как Он меняет природу. Он все может. Ашем ахколь яхоль. И это объясняется сыну и говорится, ты будешь просить у Бога, Он все может сделать. Против всех природы, против всего чудо произойдет. Что в воде будет гореть огонь, как этот град в Египте, про 10 макот. Расскажите детям про 10 казней. И может быть даже снимите фотографии или сделайте рисунки. Покажите им, как это случилось. Купите книжки, в книжках написано, такие рисунки красиво рисуют. Покажите, смотри, что там было. 10 да. Не надейся на детей, это твоя мицва. Это твоя мицва. Ты должен это делать, не они. Дальше. После того, как мы магид говорим над вторым бокалом вина, то есть первый бокал вина мицва кидуш, второй бокал вина мицва магид. Есть место в Магиде, где надо вылить этот бокал. 16 раз мы выливаем, наш обычай полностью выливать этот бокал, наказание всем, и мы выливаем его полностью, потом опять моем этот бокал, наполняем его снова и продолжаем Магид до конца. Есть места в рассказе, где надо поднять бокал, запомните правило, там, где написано «подними бокал», мацот надо закрыть. Там, где мы ставим бокал, мацот обратно открывается, мацот все время открыто должно быть. Когда отливаешь, надо
Много отливать или мало отливать? Мы полностью весь бокал выливаем. Весь? Весь. За 16 раз. За 16 раз. Там есть даже капли, вот это. Да, там капли, говорится. Ашкеназим так имеет обычай. Мы кубалим, имели обычай вылить полностью бокал. Потом обычно его выливали на стенку врага. Дальше. А. Видите, как вас интересует сгулот, вас не интересует законы. Почему так? Закон должен интересовать вас. Да, а. Надо вымыть этот бокал опять. Я что вам сказал? Все бокалы, какая закон у них в первую очередь? Поначалу вымыть снаружи, снутри, и потом его заполнить настоящим бокалом, когда мы будем пить теперь второй раз. Что хочешь, я вино наливаю. Если используется оружие, настоящее оружие используется. Против врагов. Теперь наливает бокал, заканчивается Баруха Ташем Гали Исраэль и выпивается. По обычаю сфарадим, что некоторые, да, благословляли на каждый бокал Бори Приагефин отдельно, так обычай ашкеназим. А некоторые шли по Марану, что благословляли только на первый и на третий бокал. Все на левом боку. Правило. Все на левом боку. Лежа на левый бок. Теперь, после этого, начинается у нас, мы сказали, Магид, Рохца. Опять моем руки, натылят ядаем по тем же правилам, как в первый раз, только в этот раз мы благословляем. Делаем благословение. После того, как омыли руки, некоторые люди, я видел, что они вытирают руки и благословляют благословение. Бум-бум-бум-бум-бум, бубнять что-то. Неправильно. Надо что сделать? Руки протереть, поднять напротив лица, как будто что-то хочешь поймать сверху. И вот так, раскрыв пальцы, мокрые еще, говорить благословение понемножку, как говорится, медленно и красиво, и что все ответили аминь. После этого вытираются руки тщательно, идут и сидят, ждут главу седера, пока он вымоет руки и не скажет тому целехам. Помыли руки, глава седера до этого должен предупредить, что сейчас мы будем исполнять заповедь по Торе. Мацот, кушать мацот. И память о выходе из Египта, память о том, какой мы скудный хлеб кушали. И начинает говорить благословение, два благословения на мацот в этот вечер. Благословляется амоци лехем сначала, на хлеб, потому что это наш хлеб. И алахилат маца за то, что мы исполняем мицву, на всей заповеди мы благословляем. Алахилат маца. Благословив эти два благословения, он... Как делает это? Берет, сейчас сколько мацот у нас осталось? 2,5 мацот осталось, правильно, между руками? 2,5 мацот. Почему 2,5? 2,5 леха мишна, это йом тов, двойная порция, память о мане, который двойной порцией спускался до праздников и до шаббата. Правильно? Дальше, второе что? Половинка, память о том, что мы были бедные в Египте. Берется вместе это все, благословляет амоци лехем мина арец, потом нижнюю ставит, целую мацу ставит, и в руках у него теперь 1,5 мацы, целая и поломанная, и на них говорит алахилат маца. И от обоих ломает, на левом боку начинает кушать. И мы вчера сказали правило кушать что, за сколько мы должны съесть? 4. На лахатхила это 4 минуты. Кто слабый, больной, 7-8 минут ему дается. Или без зубов. Вот что полторы, делать? Вот эти полторы. Как сделать, вот чтобы время быстро не прошло? Можно собрать мацу во рту, жевать ее, пока не получится мягкий такой этот. Каша. Да, мягкое кажется. И проглотить за раз. Сколько минимум мацы надо съесть? Надо съесть кзайт, как маслину, примерно шарик пинг-понга. Видели такое? Что это объем 3 на 3 сантиметра вдоль и поперек и высоту. Кубик 3-сантиметровый. Это примерно объем мацы, сколько надо за раз съесть. Но Баал-а-Байт, он должен минимум съесть 2 кзайта, потому что Амоцилехим сказал, и Ахилат маца. Все по одному кзайту. Но это минимум. Кто хочет кушать целый мацот, хазаку барух, кушай. И есть поским, который говорит, за каждый кзайт, что ты кушаешь, ты исполняешь мицву. Теперь, поели мацу, кто не поел мацу на левом боку, сидел просто так кушал, не вышел, должен на левый бок и без благословения еще раз кушать мацот. На левом боку теперь кзайт должен поесть. Что запивать нельзя? Если сухо во рту,
можно чуть-чуть воды взять, чтобы смочить рот. Нету запрета. Но другие вещи при кушании мацы не используют. Салаты, корех, люди начинают там закусывать и так далее. Да, сделают себе сэндвичи всякие с мацей. Нет, нельзя. Чуть-чуть, чтобы смочить рот водой, нету запрета. В соль тоже мы делаем мацу. Соль поставить, нету запрета мацу. Дальше, что еще? Потому что соль дает выделение слюны. Пропустили этот сэндвич и кэмбич делать. Это еще два уровня осталось. После этого, как съели мацу, начинаем кушать марор. Марор – это листья салата, проверенные, снова смотрим, чтобы ничего не было. Берут примерно 20 сантиметров в длину они, и в ширину где-то 12 сантиметров с листьями. Три таких лахатхила, ты выходишь мицу к зайд, по всем мнениям. Да, три штуки, потому что они очень большой объем имеют, но на самом деле, если их сжать, они меньше маслины получаются, да. То поэтому нам надо объем маслины, здесь надо больше их взять. И на самом деле, когда ставишь в рот, жуешь, они меньше и меньше становятся у тебя. Потому что нажимаешь на все дырки там, и все меньше становится. Берут, чуть-чуть макают его в харосет. Харосет – это как глина, то, что мы сказали. И благословляют его, стряхивают его. Не, по некоторым мнениям, полностью ему надо обмакнуть в харосет. Согните его со всех сторон, полностью обмакните в харосет, стряхните его. И благословение говорится, Барух ата Ашем Элокейну Мелех Аолам, Ашер Кидишану Бемицвотав, Ветивану Аль Ахилат Марор, и кушается. На левом боку не надо кушать марор, потому что память о горькой жизни, которую нас огорчали египтяне. И мы съедаем его опять же за какое время? За такое же время, как мы сказали, кто поел марор одну минуту, потом еще 2-4 минуты, и, короче, растянул это на полчаса, не исполнил эту заповедь. Он должен 4-4 минут съесть это все. После, все это делают, да? Это не только глава седера делает. Все моют руки, все кушают мацу, все кушают, да? Потом мы делаем сэндвич. Вот эту целую мацу, то, что осталось, берут кзайт этой мацы, кзайт с ладонь примерно, мою большую ладонь. Половина круглая. Да, ломается на два, ставится туда внутрь, обычай был ставить, эти листья салата, опять 2-3 листа салата поставить проверенных, окунуть его в марор, и также на левом боку теперь кушается, и говорят, это в память о Мигдаше, как Хилеля Закен, что заворачивал Корбан Песах в марор и в мацу, и кушал их вместе. Можно мацу менять, добавить? Другую, если не хватает этой мацы, квадрат. То другую дают, на столе еще мацы есть, потому что. Марор тоже кушается в течение 4 минут, и кзайд надо съесть, работай. Теперь смотрите. Старайтесь после натилят ядаим, идет маца, марор, корех. Вот на всем этом этапе не разговаривать. Почему это все одна мицва может, в смысле, это как соединенные все мицвот. Чтобы не прерваться в разговоре. Но все то, что необходимо для закона, например, сказать, возьмите марор, столько-то, поешьте его за такое-то время, клоняться не надо и так далее, или нужно наклониться в левую сторону. Эти вещи можно говорить, это потому что необходимо для закона, тогда это не считается прерыванием, то говорите. После того, как съели корех, начинается шулхан орех. Шулхан орех – это накрытый стол. Начинаем трапезу. Будьте осторожны, что во время трапезы не запили, не запились так, что потом не можете закончить четвертый бокал, да. Еще есть, много еще есть. После Шулхан Аруха, за Шулхан Арухом говорят Диврей Тора, постарайтесь закончить четвертый, все с концом, с четырьмя бокалами вина до часу ночи. В Нью-Йорке час ночи по летнему времени это хацот. До часу ночи надо закончить. Все четыре бокала. За Шулхан Арух, за трапезы, что хорошо прочитать? Вчера Шерим или что читают? Читают обычно Мишнайот от Псахим и Зоара Кадош. И объясняют об исходе из Египта тоже. Шерим в конце мы читаем. После четвертого. После всего. Теперь, как закончили трапезу, не забудьте. После вытаскивают фрукты, овощи, все покушали. Последнее, что кушаем... Не забыли? Цафун, афикоман, спрятанную мацу. Находят спрятанную мацу, примерно в 12 часов ночи можно это. Находят спрятанную мацу,
кто раньше делает, раньше делает. Я просто говорю, минимально это. Нет, должен еще хотеть кушать. Если ты так настолько наелся, что это не можешь кушать, ты не исполняешь заповедь. Ты должен еще хотеть чуть-чуть кушать. Да, и опять же берем кзаит мацей, начинаем.